Всем привет! Ребята, сегодня мы отправляем уже аж 9-ю группу Геленджик на море. И сегодня у нас очень много совсем маленьких деток. Совсем маленьких. В основном это детки из детдома. И хоть под конец лета мы собрали их, и они все-таки попадут на море. Смотрите, какие все маленькие. Эти дети не видели вообще в своей жизни ничего, кроме войны. И мы надеемся, что мы успеем еще отправить хотя бы несколько групп, пока не похолодало. Но все, ребята, зависит только от вас. Мы не ожидали, что сможем отправить целых 9 групп. Но сейчас мы воспряли духом и надеемся, что еще несколько групп мы такие сможем отправить. Огромное вам всем спасибо! Без вас, без вашей помощи, без ваших донатов это было бы невозможно. Мы надеемся еще как минимум на 2 группы. Вся Россия, весь мир, можно сказать, разными способами донатит на то, чтобы эти дети, не видевшие ничего в своей жизни, кроме войны, попали на море. Огромное спасибо всем, кто участвует. Каждый, даже самый маленький ваш вклад помогает этим детям получить, возможно, самые прекрасные воспоминания в своих маленьких жизнях. И мы надеемся все-таки, что война рано или поздно закончится. И на Донбасскую землю придет мир. Огромное всем спасибо! Вы добро! Вы добро! Это вам низкий поклон, это вы герои всех, кто перечислял с разных стран. В основном, конечно, это наши братья старшие с России. Ну, мы теперь тоже уже, конечно, Россия. Огромное спасибо нашим и россиянам, и с ближнего, и дальнего зарубежья людям. Вы настоящие герои, только благодаря вашей поддержке возможен был этот проект. Получается, дети, которые живут под постоянными обстрелами. И вот, вот эти 2 недели отдыха без обстрелов и без бомбежек, это просто-напросто радость для детей. Низкий вам поклон. Быть добру, вы лучшие. Куда вы едете? Уезжаете куда-то, да? А куда? На море. На море. Вот, умнички. И вы тоже на море? Да. Вот, да. Вот, хорошо. Будете отдыхать? Да. Молодцы. Да. Молодцы. А это наши детки с Перевальского интерната. Не, Лутугинского. Ой, Лутугинского, Лутугинского, да. Лутугинского. Тоже ждем море, да? Да. Да. Вот умнички. Скоро поедете и увидите море. Все будет хорошо. Ваня, смотри, Ваня. Ну что? Привет. Ну что, подарки получили все? Спасибо большое. Наши получили подарки. Ну что, отправляемся. Добрый путь. Хорошего вам отдыха. Спасибо.